Я, конечно, пройду. Я могу сказать. Как вы сказали? На Востоке существует такой обычай, когда человек умирает, у него, естественно, появляется вторая дата. Год рождения, дата рождения, год смерти. Но и есть приписка, маленькая, но она очень многое значит. Приписка простая. Жил. И далее, вместо того, чтобы написать 92 года или там 100 лет, пишется 18 дней. Естественно, у многих возникает вопрос, почему такое? Так вот, на Востоке объясняют. Этот человек столько жил для остальных людей. Вот мы здесь собираемся, и я считаю, что Расул делает благое дело. Да.